Кабудзюцу – один из немногих видов боевых искусств, который пока еще не получил широкого распространения в нашей стране. Зародилось кабудзюцу на Окинаве, так же, как и карате. Но если о карате знают даже те, кто никогда не занимался этим восточным единоборством, то о кабудзюцу слышали далеко не все. Все мастера карате на Окинаве, они занимаются пустой рукой, как говорят, техника пустой руки, и в то же время занимаются работой с оружием. Работа с оружием – это как раз и есть кабудзюцу. Туда входят все основные традиционные виды оружия, такие как бо, шест, сай, трезубец, тонфа, рычаг, нунчаку, цепь для молота риса, кама, серп и так далее. Сегодня мы смело можем сказать, что кабудзюцу становится популярным и у нас. Так, например, в Рязани в прошедшие выходные прошел уже третий семинар по этому виду восточных единоборств. А провел его для рязанских спортсменов обладатель 6-го дана окинавского карате и кабудзюцу Джулиан Мид, который прибыл к нам из Лондона. Цель моей поездки – это научить рязанцев руку кабудзюцу. Рюки кабудзюцу is connected to karate. Это искусство тесно связано с карате. And it is an extension of open hand. И особенно с рукопашным боем. And for me, it's to try and build a strong group of students in Rязань. И одной из моих целей является построение образования хорошей, подготовленной группы среди рязанских любителей карате. В этот раз семинар был направлен на работу с двумя видами оружия – бо, который представляет из себя шест, и сай – трезубцами. В нем приняли участие представители различных стилей карате из нескольких городов России. Присутствовал на семинаре и ученик Джулиана Мида из Германии. Несмотря на языковой барьер, учитель без труда доносил до учеников всю необходимую информацию. Джулиан Мид еще в Японии понял, что знание языка абсолютно не обязательно для обучения. Главное – смотреть и повторять за учителем. И хотя порой это было непросто, спортсмены старались не пропустить ни одного движения мастера, ведь подобная уникальная возможность представится им лишь осенью. Конечно, если сенсей Джулиан согласится еще раз посетить наш город.